Заказчиками судебного процесса против Роберта Кочеряна являются Турция и Азербайджан, заявил армянский политолог Ереван Бозаян, говоря о судебном процессе по делу второго президента Армении Роберта Кочеряна и других в Ереване. По словам Бозаян, это было понятно изначально. Всем было понятно, что политические заказчики судебного процесса по делу 1 марта на самом деле были извне, и фактически можно сказать, что сейчас Кочеряна судит Алиев, причем в городе Ереван, подчеркнул Бозаян. Отметим, что 19 января в суде общей юрисдикции Еревана прошло очередное судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочеряна, бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Армении Сейрана Оганяна, экс-заместителя министра обороны Армении, бывшего начальника Объединенного штаба ОДКБ Юрия Хачатурова и Армена Геворкяна, бывшего руководителя аппарата президента Армении, секретаря Совета Безопасности. По данным судебной информационной системы DataLex, по уголовному делу о событиях, произошедших в Ереване 1-2 марта 2008 года, второму президенту Армении Роберту Кочеряну предъявлено обвинение по части 1 статьи 300.1 Уголовного кодекса Армении «Свержение конституционного строя Республики Армения по предварительному сговору с другими лицами». Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.